Всем привет! Озимый ячмень вымерз. Выглядит очень плохо. Делаем обследование полей для того, чтобы определиться, пересевать или оставить. Как делается обследование? Бросаем предмет, в данном случае ножницы. Отмеряем линейкой 58,8 сантиметров, если строчки на расстоянии 15 сантиметров. Ну, это стандартные СЗ-шки, таксиет. И считаем количество живых растений на этот промежуток в строчке. Здесь всего два живых. Записываем результат. Делаем много таких подсчетов. Чем больше, тем точнее будет результат. Делаем среднее арифметическое и вычисляем, сколько живых растений на гектар. Чтобы это узнать, нужно среднее арифметическое всех замеров умножить на 100 тысяч. Бросаем мы предмет для того, чтобы визуально не искать лучшее. На подсознании человек все равно выбирает лучшие места. А так мы бросаем и убираем этот фактор. Делаем очередной подсчет. 1 миллион растений на гектар – это очень плохой результат, однозначно нужно пересеивать. Если 2 миллиона, тоже плохо, но есть вариант еще что-то получить. 2,5-3 миллиона – уже нормальный результат. Итак, отмеряем 58,8. Посчитали, записываем результат. Когда доделаем, вычислим среднее арифметическое. Для этого нужно сложить количество живых растений всех замеров, все суммировать и разделить на количество замеров. Ну, здесь и так уже видно, что нужен будет, скорее всего, пересев. Вряд ли с этого что-то нормальное получится. Делаем очередной подсчет. Отмеряем 58,8 сантиметров. И считаем. Только считать здесь практически нечего. Да, пусто. Это следующее поле. Ситуация такая же. Делаем обследование. Здесь может даже похуже. Отмеряем, подсчитываем, все то же самое. Подведем итог. Я сделал 26 замеров, все сложил, получил сумму 334. Делаем среднее арифметическое, вычисляем. 334 делим на 26 замеров. Получаем 12,85. 12,85 умножаем на 100 тысяч, получаем 1,285,000 растений живых на гектар. Плохой результат, пересел. Следующее поле побольше. Я сделал аж 46 замеров. Считаем среднее арифметическое, сумма 684. 684 делим на 46, получаем 14,87. Немножко лучше, но плохой результат. 1,487,000
растений живых. Пересев. Вот такая ситуация в этом году с озимым ячменем. Всем пока, до новых встреч на канале.